осенью вдруг случится невозможное. Понад пущами рассветными, над криницами холодными, малой птахой неприметною полетишь туда, где ждет тебя. И светлая, и грустная, певучая, былинная, родная моя русская земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, непогласное, спасаешь себя сама, только мне.
рюмочкой атаманши. Помнишь, как встречали мы с тобой рассвет? Неужели позабыл ты дальше мне ответ? Разожгла огонь страсти у казака, обронив признание слова. Очарую я тебя, заворожу, вишневый
С праздником! С 90-летием Гиагинского района вас поздравляет образцовый коллектив мажореток «В отель». Руководитель Нина Прокопцова. Нашим краем, это наш Кавказ. Всем на
нашем крови. Это наш Кавказ. Ну как вам, дорогие друзья, концерт наш понравился? Очень, конечно. Еще очень интересно. Столько всего интересного. Все бы заснять. Торжество будет продолжаться до 10 часов вечера. Я вам показала наш парк. Как он у нас в районе в Гиагинском умеют люди веселиться и отдыхать. Походили с вами немножко по парку, посмотрели вот эти достопримечательности, посвященные 90-летию нашего района и 162-летию нашей станицы Гиагинской. Здесь вот тоже сцена, здесь вот часто проходят концерты и по разным мероприятиям тоже, и к Дню города, и на Масленицу здесь вот поют и танцуют коллективы нашей станицы, и не только нашей станицы, и приезжие с района гости. И сегодня будет продолжаться, праздник будет продолжаться до 10 часов вечера. Но мы не будем так долго, немножко сняли концерт, вам показали вот эту всю атмосферу праздника. Я думаю, что вам понравилось, что приезжайте в нашу станицу, если кто-то собирается переехать. Вам она очень понравится, здесь хорошо. Ну, все, сейчас идем мы на выход. Мне сегодня даже ничего не говорится. Ну все, мы поехали. Сестренке тоже надо домой на хутор. Вот. Прям даже уходить не хочется. Всего столько еще будет интересного. Здесь даже еще книжки какие-то. Ну ладно, погуляли. Наташ, хорошо отдохнули, да, мы? Отличненько. И вам показали кусочек праздника. На этом заканчиваю свой репортаж, дорогие друзья. До свидания, до новых встреч. Закарел, чего не пьет, а на горе, о чего не пьет, а на горе, о чего не пьет, а на горе, о чего не пьет, а на горе, о